Ребят, дабы избежать этого наказания, штрафа, положил денежные средства в размере 10 тысяч рублей в бардачок патрульного автомобиля. Свою вину признаю, но обещаю, как раскаиваюсь в этом, и обещаю впредь больше не повторять такого. Инспектора вас предупреждали, что дача взятки должностному лицу – это уголовно наказуемое деяние? Да, инспектора меня предупреждали, что дача должностному лицу – это уголовно наказуемое деяние.